Друзья мои, ну что, здорово, новая соковыжималка, да, она такая максимально вся вот так вот раз раскрываю для яблочка, не для большого, ну круглая, короче, да, такое аккуратно, я вам сейчас покажу конкретно размерность, чтобы вы понимали, а то мало ли шо, что это такое, не понял. Сейчас, не колотись, сейчас все покажу. Значит, размер дырки 6,5 сантиметров. Достаточно нормально, да? Чтобы проходило яблочко целое. Ну, наверное, не знаю. Но она такая, смотрю я на нее. И она пока будки по типу, легкая БУ все-таки оказалась. Ах ты, сказали новая. Ах ты, ты шо, ля. Вот это я понимаю, опять как обычно меня намахали. Ну, ничего, ничего, друзья мои. Я вам чисто вот так вот по-нашему, по-человечески. Сейчас вот так вот раз, что я перевернул, и посмотрим. 650 ватт мощность у нее, поняли? Я вот так вот раз, сейчас сделаю сборку полностью. Ну вот так вот, это первая, вторая скорость тут у нее есть, походу. Вот так вот устанавливаете, поняли? Подставляете вот это жало, короче. Это жало специально для сброса жмыха. Далее вот это вставляете. Нет, подождите, а чем вы будете месить это все? Вы пригружаете вот эту штуку, все, ля, четко. Тихо, как подшипнички работают, ты что? Я вот так вот сюда, не спеша, не брежно. Главное, не сильно такой, знаете, с ней сюсюкаться. Жесткость сестра таланта. Короче, и так сойдет. Вот так сюда его. А это вот тут, чтобы она текла. Поняли, ля? Ну вот она, полноценная шедевральная соковыжималка. А название ее Мирта. Поняли? Все, короче. 2,5 косаря. Ах ты. Это крышка. Поняли? Высок намололи. Крышкой закрыли. Все. Полный фарш. Друзья мои, кто не знает, где мы находимся, зайдите в описание к данному ролику. Там вся подробная информация изложена именно для вас. Когда и во сколько мы открываемся или закрываемся. Когда у нас выходной. Есть ли у нас возможность скидок? Конечно, есть. На любой вид товара. Там все указано. Поняли? Самое главное, вы можете забронировать прямо сейчас в комментариях, а прийти завтра и забрать данную вещь, собственно, себе. Поняли? Вот так вот. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Сегодня будет всякая всячина в 19:00, как обычно. Не пропустите практически столько всякого там. Ты шо, ля? Лишь бы урны хватило. Поняли? Всем пока.